друзья мои, всем привет! Тема нашего сегодняшнего разговора – это бассейны, которые мы комплектуем оборудованием, называется комплект для выращивания креветки Макробрахиум Розенберга. Что же входит в комплект? В комплекте есть все необходимое оборудование для того, чтобы вы могли все приобрести за один раз и не усложнять свою жизнь, и не бегать, собирать информацию, а что же вам еще нужно для креветки. Здесь и фильтрация, и аэрация, тесты, сачки и многое другое, даже корм. Бассейны Интекс – это не самый лучший вариант для создания креветочной фермы, но это самый бюджетный и быстрый вариант, как нам получить емкость, в которой у нас будет содержаться креветка Розенберга. В данном случае бассейн 3 на 2 – это самый ходовой и самый продаваемый бассейн, потому что чаще всего людям он и по цене устраивает, и его легче всего установить в каком-либо помещении. Бассейны Интекс, естественно, есть и больше, есть и меньше, но мы сегодня показываем на 4-кубовом бассейне. В отличие комплектов, идет по оборудованию. Все базовое и в дешевом варианте, и в более дорогом, все базовое и необходимое идет внутри. Но самый бюджетный вариант входит в систему фильтрации, вот такие насосы плюс фильтрующий элемент, так называемая мочалка. Средний вариант – это внутренний фильтр с стерилизатором. И самый профессиональный, на мой взгляд, вариант – это насос, который качает воду. И сбоку стоит напорный прудовый фильтр, который по своим характеристикам идет на больший объем, чем объем нашего бассейна. Но в таком варианте фильтрации мы получаем большой объем фильтрующего элемента, есть автоочистка, в случае чего, и самое главное, ультрафиолетовый стерилизатор, который мне позволяет бросать корма в изобилии, чтобы креветка постоянно ела. Таким образом, вероятность каннибализма снижается, и самое главное, больше корма, больше рост нашего продукта, который мы внутри выращиваем. В комплектах также входит малек креветки и сопровождение и обучение по содержанию и выращиванию. Ссылочку на данный комплект оставлю внизу в описании. Все, что нужно от А до Я по креветке, у нас все есть. Информацию мы предоставляем. Обращайтесь, подписывайтесь на канал. На канале Зоокул очень много всего интересного по теме выращивания и содержания креветки Макробрахиум. И маленькая вставочка. Естественно, комплект для выращивания – это не основа этого бизнеса. Это тот минимум, с которого вы можете начать, получить опыт или просто заниматься креветкой как хобби. И в процессе вы получаете экологически чистую креветку, которая порадует вас и ваших близких на столе. Спасибо за внимание и до скорых встреч!